Привет, дорогие мои! Сегодня у нас с вами будет обзор кроссовок крупным планом. Будем примерять, показывать. Все, в принципе, отлично. Идут размер, что мне понравилось. И, конечно же, будут купальнички. Вот этот купальничек я уже показывала в предыдущем обзоре. Вот этот тоже показала в предыдущем обзоре. А в этом обзоре мы с вами посмотрим все остальное. Прям хорошенькие такие. Будем с вами смотреть, но, конечно, на столе. Значит, кроссовочки у нас, девочки, мальчики, кто смотрит обзор, честно вам скажу, очень хорошо стираются. Они носибельные. Их хватает на несколько лет и так далее. Они действительно супер. Ну, мы примерно у Антона стираем кроссовки. Вот он пару дней походил, перелазит другие, те на балкон отправляются, стираем, сушим в машине без всяких мешочков, пакетов. Вот предыдущие у нас еще до сих пор живы, с ними все в порядке. И вот новые пришли, но так как нога не растет, я их с удовольствием, с превеликим удовольствием оставляю, потому что ну здорово, ну классно, хорошие кроссовки, добротные такие, нога дышит, а это очень-очень-очень важно. Итак, вот первое, как я посмотрела, это Ренни или Эмиль, вот не понятно, с резиной, тут без резины, значит, это у нас Эмиль. Они идут в трех оттенках, как вы видите, темно-серый, темно-синий и коричневый. Размерный ряд от 40 до 45. Вот что нам повезло в девчачьей коллекции, это мы так смеемся называем, в девчачьей коллекции есть размеры от 35 размерчика. И уже некоторые кроссовки начали подходить моей Виктории. Так, где же они тут в этом каталоге? Вот видите, новые кроссовочки, и некоторые подходят моей Викусе. Конечно, я счастлива, то что можно уже начинать заказывать 35-й. Ну, у моей Виктории 33-34, но есть некоторые, которые, ну, действительно, можно подзатянуть и уже носить, и они не слишком-то и велики. Все заказала в 44-м размере. У папы и у Антона одинаковая нога, поэтому вот таким образом. 886-372, размер 44. Все, что на столе, это я оставила Антону. Ну что ж, пойдемте смотреть. Классные, клевые. Все, что там есть внутри, сейчас я вам подсвечу. Вот такой вот логотипчик Faberlic. Стелька не достается у этой модели, скорее всего. Да, она тут, видите, приклеенная получается. Дальше тут вот эта вот резиночка такая вот интересная. Шнурки тут что-то типа муляжа. То есть один раз зашнуровали, как вам нужно, и снимаете, надеваете, уже не развязывая, не завязывая шнурки. Они очень мягкие, пружинистые, классные. Прям все понравилось. Все идеально. Я знаю, что у меня муж синие носит, поэтому я ему синие и оставила. Знаю, что точно подойдут, потому что хорошо подошли отцу. Следующая модель у нас идет уже Аксель. Вот такие вот серые. Их тут два вида. Есть черные, есть серые. Наверное, нету черных, только серые, наверное. Ну, в черных, может быть, наличия еще не было. Тут уже немножечко другая резиночка идет. Это прям резина-резина, ребят. Она немножко тянется, резина эта. Есть такая вот штучка, за которую можно надевать, я так понимаю, брать. Или это просто декор, не знаю. Вот, ну, по идее, вот так вот они надеваются. Из-за того, что они мягкие, их нужно держать. И вот таким образом, как носки, можно сказать, одеваем. Только носки так, а эти вот так держим. Они, видите, они полностью мягкие. Полностью такие вот прям легкие, хорошие, очень-очень комфортные. Мужчины вообще обожают комфорт. И шнурочки тоже один раз только регулируем, и все. Вообще четкие, классные, смотрятся очень хорошо. Артикул 886-348, тоже в 44-м размере. Ну, великолепно. Следующие у нас идут, это Поль. Да? Ну да, похожий на Поль. Да, вроде бы они. Да, вроде бы Поль. Да, Поль у нас идет черный и хаки. Хаки себе папа оставил. Черный я Антону забрала. В 44-м размере у черных артикул 886-354. Видите, тут такая резиночка тоже идет прикольная. И резиночка эта вшита в кроссовок. Тут тоже вшита в кроссовок резиночка. И тут вшита. Тоже такие хорошенькие, тоже полностью мягкие, прямо с этой штучкой смяла.
В общем, хорошенькие, прям легкие-легкие такие. Тут тоже есть вот это вот задник, или как он называется, за что держаться, чтобы удобнее было. Шнуровка тоже один раз регулируется. Все шнурки типа муляжа. Один раз завязали и кайфуете. Тут еще какой-то рисуночек. Видите, тут так, что-то какие-то наклоны, рисунки. Ну, в общем, прикольно, прикольно. Мне нравится вот эта вот вся идея. Следующее, очень-очень красивый цвет у них. Прям вообще суперский такой цвет. Знаете, какой-то такой серо-синий, что ли. Это у нас идут Эмиль. Эмилевские кроссовочки. У нас, получается, есть темно-серый, темно-синий и коричневый. Черных вообще нету. Черные есть только в Акселе и в Поле. Вот так вот. Вот такие вот. Тоже хорошенькие. Таким образом прошито. Внутри такая блестящая резиночка. Ну, вот. Вот такие. Все тут продекорировано. Ну, тоже хорошенькие. Надеюсь, мужу понравится. То, что они скрипят, это из-за пенопласта. Тут вставлен пенопласт. Я прям чувствую, как муж обрадуется, потому что он обожает, когда ему хорошо, когда ему удобно. Он прям очень-очень любит, а они как раз вот такие вот дышащие, удобные, легкие, беспроблемные. Даже вот он говорит порой, заходишь в магазин, пока там, пока тут, пока там, нога вспотела. А тут нога потеть не будет. Шикарно. Даже летом в жару тоже будешь шикарно носить, одевать. Они все равно будут лучше дышать, чем кожаные. Все равно как бы ткань есть ткань. Видите, прям такие вот они. Прям тканевая-тканевая. Пусть ткань грубая, но все равно как бы дышать будет. А это очень важно. Сегодня мы снимаем вот эту вот кучу кроссовочек. Примерять их будет мой свекр, папа. Потому что Антон уехал в Москву. Размер у нас у всех будет 44. Итак, сейчас на папе. Папа, покружись. Так, сейчас на папе кроссовки. Верх текстиль, подкладка текстиль, подошва ПВХ, стелька текстиль. Артикул 886-360 в 44 размере. Вот смотрите, они идут полностью тканевые, удобные. Тут резиночка. Единственное, что мне не понравилось, пап, повернись задом. Вот как-то, не знаю, вот эти вот петельки, за которые они надеваются, потому что они абсолютно мягкие, получается, они мягкие, и вот за вот эту петельку нужно одевать. И вот как-то я не знаю, кому-то эта петелька может и не понравиться, но я считаю, что ничего, так хорошо смотрится вот эта вот петелька. Неплохо так. И цвет такой хаки приятный. Не ржит такой, вы знаете, чистый, хороший хаки цвет. Следующие кроссовочки. Вот такой вот темно-синий красивый цвет. С такой вот вязочкой, как вы видите. Тоже очень даже прикольная. Папа, покружись. Артикул 886-390. Вот тут тоже, кстати, такие штучки есть. Но они уже резиновые, а не тканевые, между прочим. Они уже абсолютно другие. Вы представляете? Ну, ничего, так кожа будет дышать. В общем, классные. Мне понравились прям вообще. Так, состав у них верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. 44 размер, 886-390 артикул. Прикольные. Да? Прикольные, прям прикольные. Мне понравились. И, кстати, вот у этих шнуровка один раз зашнуруете и так и будете снимать и одевать, потому что она идет типа декора. Вот тут тоже можно поддерживать и таким образом надевать. Они абсолютно тканевые, и из-за этого как бы нет никаких вот проблем. И вот сейчас вторые папа надевает. Вторые в очень такой серо-коричневый оттенок. И, кстати, оттенок не совпадает. Вот вживую он намного красивее, чем на камере. Он такой больше даже зелено-серый, я бы сказала, чем обычный серый. Коричнево-серый, он вообще не коричнево-серый. Смотри, что камера делает. Обалдеть. Но зато они светлые, и на них лучше всего все видно. Видите, шнуровку тут можно подшнуровать как угодно. И один раз зашнуровали, и все, больше не надо. Пап, покружись немножко, встань задом.
Получается, тут тоже вот у них, как у зеленых, вот эта вот не тянущаяся такая вот штучка, за которую нужно подтягивать и надевать эти кроссовочки. А вот это вот место, оно идет резиновое. И уже вот к резине пришита вот эта петелька. Угу. Тут тоже петелька. И вот тут спереди, пап, повернись. Тут спереди тоже идет петелька, за которую можно браться, если можно. Так, можно ли за нее браться-то? Нет, а ее вот так просто можно, просто вот так брать, чтобы было удобно надевать. В принципе, нормально, классно. Ну, главное, размер в размер, все хорошо. Далее вот такие серые, слава богу, цвет в цвет. Тут очень удобно, как вы видите, зацепляться. Такая вот у них рисунок, вязочка, это все ткань. Шнурки тоже раз зашнуровали и больше шнуровать не будете. Папа, покружись. Значит, получается, тут тоже сзади вот эта вот прорезиненная петелька. Я еще думала, на что они похожи. Нет, вот тут, видите, тканевая на этих петелька. А вот эти, они точно-точно такие же, как вот и синие предыдущие. Я показывала, вот они такие же получаются. Так, артикул у них 886-384, размер 44, состав идентичный синим. А, ну и последние кроссовочки у нас с вами с артикулом 886-396, пап, покрутись, размер 44. Ну и состав прям все текстиль-текстиль, без подкладки они идут, подошва по ВХ. Тут тоже вот эта вот резиновая штучка такая же, как у серых. Вот видите, они серые и коричневые или песочные. Я даже не знаю, как вот этот цвет назвать, но передается цвет в цвет. Бежевые, серые, они вот, видите, одинаковые. Один и тот же протектор, все одинаково. Что сзади, что спереди. Вот такие вот. Везде шнурки идут для декора. И ничего, кроме декора. Ну и еще регулировать, наверное, высоту подъема. Можно так сказать, потуже, послабже затянули. Вот это тоже удобно получается. Следующее покажу вам такие вот купальнички, бюстгальтеры. Все очень классно смотрится, просто суперски. Вот, кстати, вот этот бюстгальтер я что-то в каталоге не нашла. Вот он такой, только тигровый. Ну, что-то нет его. Ну, ладно. Смотрите, значит, вот этот бюстгальтер себе оставила мама. Да безумие мягкий, упругий. Да, смотрите. Хова. Мягкий, упругий, классный, очень-очень удобный, эластичный. Такие вот железные у него идут застежечки. Все великолепно, просто суперски. Значит, это у нас идет 85C размер, артикул 504-064. Прям рекламирую его вам, потому что мамина грудь в нем легла так ровно, так классно, так красиво. Просто бомба. Мне очень понравилось именно вот как эта модель на ней смотрится. Очень красивое декольте. Хотя тут поролон такой так себе, не супер плотный, не очень-то супер плотный. Ну и не такой уж и тонкий, конечно. Ну просто бомба. Вещь классная. Лямки регулируются наполовину. Хотя вот тут вот плохо тянутся вначале, а тут уже получше растягиваются. Застежка, еще раз повторюсь, такая вот железная. В принципе, что тоже очень облегчает процедуру носки. Застегнули и все. Тоже удобно. Расстегнули, застегнули. Никаких проблем нет. Прям вот очень хорошо он на ней сел. Прям рекламирую его вам. Для людей, у кого, ну, действительно, вот у мамы большая грудь, и ей сложно. И причем у нее одна грудь слегка больше другой. И тут как-то вот все отрегулировалось идеально. Декольте ровное, красивое. Дальше вот такие вот трусики со шлейками под пояс, с петельками под пояс. Вот эти петельки, я тут посмотрела, вот для меня это принципиально важно. Они пришиты отдельно, их можно отпороть, если вдруг вам не хочется пояс. Вот они, видите, отдельно пришиты. И если вам не хочется носить их с поясом, пояс не обязателен. Пояс так вот легко застегивается. Вот тут вот это LXXL, артикул 504-110. Я взяла большой размер, и он нам обеим мал. 52 размер, нам уже он маловат. В каком плане? Когда мы его надеваем, застегиваем, смотрится классно, симпатично, но оно все впивается, и мы и без того становимся гусеничками. И вот эта вот дополнительная складка из-за пояса, который сильно идет в обтяжку, как-то нам не захотелось. Без них лучше.
лучше. Поэтому мы посмотрели, прежде чем оставить вот этот купальник, пришивается ли оно отдельно, потому что нам это важно. И мы поняли, что мы можем просто вот это дело отпороть и носить с удовольствием. И не обязательно нам этот пояс вообще одевать. То есть пояс и мне, и маме маловат. Мама меня в попе похудее, но все равно ей маловат. Сам купальник просто бомба. Это идет плавки с завышенной талией, артикул 504-102, размер XL. Сел идеально, здорово, суперски, классно, великолепно. Далее вот этот вот купальничек, вот этот вот бюстгальтер, он смотрится просто супер. Мне понравилось, как он смотрится на маме. Мы ей прям в один голос сказали: оставляй. Тоже такой же, точь-точь такой же. Артикул 504-074 в размере 85C. Прям идеально на нее сел. Он точь-точь такой же, как леопардовый, только прямой. Нет никаких у него рисунков. Пакетики, кстати, тоже классные, заморочились. Safari Collection. И вот этот как раз, он, конечно, лучше бы смотрелся с поясом. Поэтому пояс мы оставили. Посмотрим, что там с ним можно сделать, с этим поясом. В общем, трусики тоже такие же простенькие, тоже хорошенькие. Значит, XL, размер 504-107. Тоже идеально сели, все размер в размер. Далее побежали. Значит, вот такие слипы, вот они как раз вот тут вот на картинке. Они уже идут без петелек, без всего. Они так просто без пояса. Под пояс тут ничего не предназначено. И вот смотрите, в размере XL, артикул 504-091 у них. Мама их себе оставила, ей не понравились, ей нравится вот это все. Такое вот тигринное, хотя она говорит, сафари мне не нравится, но купальники понравились. Ну что ж, хорошо. Обычные слипики, двухслойные. При намокании они просвечивать не будут. Вот они, видите, двухслойные. Далее бюстгальтеры. Бюстгальтеры, к сожалению, вот эти оба у нас пошли на возврат. Я открытые купальники не ношу в связи с особенностью фигуры. Во-первых, у меня и шрам некрасивый, две штуки на животе. Было у меня две операции в районе живота. Во-вторых, мне не нравится, когда полные люди все это вот дело наружу как-то выставляют. Мне кажется, это эстетически не очень красиво. Но маме нравится. Мама говорит, я хочу, чтобы у меня и животик позагорал, и бока позагорали. Я же лично стараюсь не загорать, потому что мы очень часто куда-то ездим, и я даже всегда наношу на себя толстый слой солнцезащитки и так далее. Я на загар не дикая, я считаю, что мне загар не нужен. Ну, бывает, что лицо прихватывает, там плечи, еще что-то, но вот само тело я стараюсь, чтобы оно у меня никогда не загорало. Этот бюстгальтер, он идет на косточках, артикул 504-021, размер 85C. Вот что про него скажу. Вроде бы все село нормально, все село хорошо, грудь поместилась, все нормально, но когда вот мама наклоняется, потряслась чуть-чуть, грудь вылазит. Грудь очень большая, она вылазит, но в связи с тем, что не хватает упругости, как-то бы вот потактичнее это выразиться, мне кажется, что при намокании будет еще хуже эффект. Это вот для тех, у кого может быть 85C, грудь большая, но еще молодая. Вот так вот выразимся. Сел отлично, сел замечательно, сел здорово, вообще никаких нареканий нет, ни к качеству, ни к чему. Просто вот в связи с особенностями возраста, скорее всего, у нас не получается. Дальше, вот это тоже, вот эта модель, она тоже для молодых девочек. Вот смотрите, вот она, вот эта модель. Тоже очень красиво, когда грудь молодая. Вот, вот этот, который я только что показывала, он все хорошо закрывает. А это вот уже с такой вот перегородочкой. Я раньше очень такие любила, всегда носила. Они тоже идут на лямочках, на таких вот. Лямочки тут регулируются, хорошо тянутся, так же, как, в принципе, у того. Вот это место тоже очень хорошее, эластичное тянется. Но когда мама его надела, ну, вроде бы как бы размер-то и XL, но у нее и тут грудь с этой стороны выпала, и тут внутри грудь выпала. Чашечки, конечно, маловаты для ее груди, во-первых, маловаты. Во-вторых, он еще меньше, чем вот тот. И получилось так, что, ну, в общем, молодежь, берите, хватайте, смотрится очень красиво. Подкладочка тут есть небольшая, которую можно, в принципе, доставать. Вот очень хорошо. Все великолепно. Все здорово, но это просто для молодежи.
Или, может быть, у кого-то грудь не супер большая, тоже будет очень хорошо смотреться. Мамина сюда не вошло. 504-051 в размере XL просто не поместилась грудь. Его со всех сторон торчала, хотя тут и застежечка классненькая. Как вы видите, все прям великолепно, все супер. Все прям вот идеальный купальник. Ну, хотя бы обзор сняла. Вы теперь знаете, вот у кого дочки молоденькие, еще что-то вот прикольно будет им купить, заказать, подарить, если им нравится сафари. Дальше. Ну, вот этот купальник на завязочках, это тоже молодежь. Вот тоже очень хорошо смотреться, особенно вот с этим вместе. Просто идеально будет смотреться. Вот просто суперски. Но это тоже уже для тех, кому до 30, я бы так выразилась. Размер XL, артикул 504-081. Мне чем вот раньше нравились такие купальники, их можно регулировать очень классно. Завязал один раз и надеваешь, как обычные плавочки, отрегулировал на себе, надеваешь, они и не впиваются, и ничего. В общем, все великолепно. Вот это вот, конечно, очень хорошая моделька. Я такие безумно любила вот в молодости, в очень молодой молодости. Я всегда только такие купальники брала. Вот только такие, вот только с завязочками. Потому что, ну, отрегулировать по фигуре, на любой фигуре, все равно вот такие трусики, они будут смотреться по-разному. И можно сделать пошире, поуже, собрать еще как-то. Вот эти завязки, они очень в тему. Очень в тему. 504-081, размер XL. Молодежь будет довольна. Ну и последнее, смысла повторяться, я думаю, нет. Назову артикулы. 504-086, тоже на завязочках. На любую молодую попу будет смотреться шикарно. Я их оставлю. И размер XL я, наверное, вот попрошу, чтобы Катюшка их примерила. Потому что вот на молодом теле будет смотреться обалденно. Она сегодня-завтра ко мне должна была заехать. Я ее прям вот попрошу, скажу: Катюш, примерь вот такой купальник, вот такой вот бюст, покажу ей, если она захочет себе оставить раздельный купальник, я буду счастлива, потому что вот, забегая вперед, в сентябре у нас будет очень крутое мероприятие, 25-летие компании Faberlic хотим отметить в Казани. Оно будет открытое для всей страны Faberlic, неважно в каком вы процентном статусе, в каком вы городе живете, даже в какой стране, даже если вы зарегистрировали за день до этого мероприятия, вы уже можете всю свою структуру, команду привести, позвать свое и там потусить в очень крутом пафосном месте. В общем, мы же прям хотим еще недельку там пожить, потому что там, помимо того, что будут проходить мероприятия, там очень крутой отель и комплекс целый, там есть хамамы, бассейны и так далее. Поэтому до встречи с вами в сентябре в Казани. Место пока не называю, еще не определилось ничего. Вот, значит, это у нас идут плавки, размер XL, артикул 504-097. Обычные, стандартные, классные плавки, такие же, как у Safari, тут такая вот толстая резиночка хорошая. Они в кадре сейчас сильно коричневые, на самом деле они такие немножечко... Не такие ярко-коричневые, они серо-коричневые. У них намного красивее цвет, чем на камеру. Вот я сейчас смотрю, не очень-то и совпадает. Ну, классно. А, вот, смотрите, видите, артикул. Классные, хорошие, тоже никуда не впиваются, все супер. Тоже идут двухслойные, как, в принципе, и все. Вот, видите, они идут двухслойные. Мне кажется, будут очень быстро сохнуть, все такое прочее. Далее, вот такой вот коричневый бюстгальтер. Такой же точно, как Safari. 504-032-85C. И вот этот вот молодежный вариант. Безумно симпатичный, девочки. Прямо очень симпатичный. Очень притягательно смотрится он. XL 504-056. Ну вот, делайте выводы. Тут большая грудь не войдет. Чашечки не очень так большие. Ну и еще. Маме очень хотелось палантин. И я ей заказала такой же точно палантин, как у себя. Ей прям очень хочется. Она его и в деревню, и везде будет брать. И мы иногда порознь отдыхаем. Она куда-то ездит, мы ей что-то покупаем, оплачиваем. Артикул 600-792. Вот тут сбоку будет сделана вырезка, как он на мне. Потому что я уже его снимала. И просто я вам покажу еще раз, как он на мне. Напомню, те, кто предыдущий ролик пропустил. 180 на 190 сантиметров, классный палантин, прямо классный палантин, мне понравилось очень.
Сейчас мы с вами еще обсудим вот эти вот всякие разные модельки. Комфорт в любой ситуации называется. Их тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 оттенков различных. Это прям широкая такая вот линия белья. Вот бралеты мне вот эти вот пришли. А вот этих в наличии нету, к сожалению, поэтому не покажу. Но есть то, что пришло. Так, смотрите, во-первых, я заказала детские салфетки, они были по распродаже. Нам они очень-очень нравятся. Они идут успокаивающие и смягчающие влажные салфетки для детей. Артикул 5106. Ну, это, знаете, обычные такие вот. Ну, их там очень много. Их там очень много. В общем, были по распродаже 20 штучек. Были по распродаже, и я их набрала в корзину. Взяла побольше, потому что, ну, они классные. Они мне нравятся. Это BSC. Довольно-таки хорошо пропитывают, довольно-таки хорошо моют, очищают. Лицо ими здорово очищать. Вот в дороге где-то когда-то протереться, там где-то вот еще что-то. Здорово. Поэтому, конечно, я их взяла с превеликим удовольствием, пока была распродажа. Дальше, вот смотрите, решила на пробу заказать трусиков. Значит, первые трусики идут размер XL. Вот эти я примеряла, отлично сели. Талия высокая, сели отлично. Они идут 92% хлопок и 8% эластан. Прям крутышки. Очень удобные, очень комфортные, очень качественные. Пусть с трусиками у нас перебор. У нас или все, или ничего, как обычно, пачками, кучами. И получается, вот именно эти мне, конечно, тоже очень понравились. Вот она идет, завышенная талия. Вот такая вот резиночка, такая же, как и у шорт из этой коллекции. Очень эластичная, тянется, не впивается, потому что она широкая, ее удобно носить. Прям хлопок-хлопок. Получается хлопок-хлопок. Тут такая вот как бы штучка сшита, дырочка, да, карманчик. Кто-то над ним смеется. Вот, в общем-то, великолепные. Великолепные трусики. Очень приятный такой пудровый цвет. Написано розовый, но это, знаете, такая пыльно-постельная роза, наверное. Очень красивый оттеночек. Дальше. Как вы видите, у них у всех по всему периметру вот так вот указано Faberlic. Это у нас уже идут не с завышенной талией, а обычные слипы. Тоже из той же самой коллекции. 92 хлопок, 8 эластан. Точно такой же состав, только у желтых. Артикул 920-664. Ну, как бы они прикольные. Не прикольные, комфортные, хорошо тянутся, никуда не впиваются. Прям идеально. При натяжке могут просвечивать, но так у вас оно ни за что не натянется. В общем, пока еще не стирали, ничего. Если мне что-то не понравится, узнайте в пустых баночках. За мной не заржавеет, как вы знаете. Далее еще одни с завышенной талией. Точь-точь такие же, только с артикулом 920-706. Ну, не вижу смысла их показывать, потому что они, ну, такие же точно, как те розовые. Оставляю однозначно их себе все, потому что они хорошенькие. Дальше, смотрите, у меня тут прошло задвоение. Не знаю, каким образом у меня это получилось, но зато мы с вами сможем посмотреть сейчас. Одни идут с размером XL, а другие идут 2XL. Так вот, XL я отдам своей Катюшке. Не хочу такую красоту возвращать, потому что, ну, они очень красивые. 92 хлопок, 8 эластан. Она такое очень любит. Может быть, да, действительно, мне и будет, ну, маловато слегка, но и на меня село хорошо. Но на мне 2XL лучше, конечно, сидит. Ну, удобно, особенно дома ходить. Артикул 920-616 в размере XL. Очень удобно. Такой вот получается комплект. Трусики и маечка. Трусики могут быть любые. И завышенной талией, и обычные. В общем, мне понравилось. Очень понравилось. И вот 2XL идут с артикулом 920-617. В принципе, оно не намного больше. Разницы особо никакой. Я вот и тот, и другой примерила, не почувствовала. Этот просто слегка-слегка посвободнее. Какие к нему нарекания? Мне под него все равно надо одевать бюстгальтер. Вот если молодежь может не одевать, мне надо одевать. Вот скажу честно, потому что, ну, все оно растягивается, выделяется, смотрится так
ну, не очень гуманно, бы так выразилась. Если с шортами, например, носить, то, ну, такое. Ну, если вот, конечно, наедине с мужем, то можно. А если еще в квартире, там, например, свекровь, свекр, я уже в таком не выйду. Все-таки оно просвечивает немножко, выделяет. Все равно такие вещи только с бюстгальтером. Вот лично мне. Дальше, значит, артикул 920-622 черный бралет в размере XL. Я прям дочке вот его оставляю. Отличный, просто отличная ткань. Все-все-все отлично. Прямо счастлива, что такие вещи у нас появляются, удобные. Раньше Катюшка их заказывала, где-то ходила на каких-то сайтах, а сейчас оно есть у нас. Потому что это просто незаменимая домашняя одежда, в которой, ну, просто вот, девчонки, в ней хорошо. В ней хорошо, в ней удобно, комфортно. Особенно она любит вот одевать такие вот бралетики, шортики и прибирается в комнате. Ей нравится прямо. Это 2XL, артикул 920-629. Вот тоже везде фаберлик по низу. Такая вот, очень такая упругая, хорошая резиночка. Она не будет впиваться, но она и не слабая. Ничего там снизу не вывалится, если по размеру куплено. Ну и предпоследнее, еще сейчас платье на Викусина покажу, его еще тоже не было у меня на ютубе. Наконец-то, в прошлом обзоре я вам показывала эти вещи, но мне не с чем было надеть, и я их просто показала на весу. Вот пришли такие шортики размером 2XL. Я взяла 2XL, но они не особо от XL отличаются вообще. Те и другие я примеряла. Почему взяла 2XL? Потому что они идут меньше в натяжечку и меньше как бы, ну, просвечивают. В них комфортнее просто. Но разница, я не знаю, небольшая вообще, минимальная разница. Вот я планирую все лето провести вот в этих вот вещах. Они просто очень удобные. Размер 2XL, артикул 862-02. И вот эти я еще дождалась, тоже 2XL с размером 862-017. Тоже такие вот хорошенькие, бежевые. Теперь у меня есть и майка, и футболка, и такие вот шорты, чтобы одним комплектом надела и ходила, кайфовала, модничала. Дома тоже хочется, чтобы было уютно и сочеталось. Вот прям хочется. Новых вещей в дом очень хочется. Где заканчивается комфорт и начинается стиль? Он не заканчивается. Мы стираем грани. Хлопковая коллекция нижнего белья и спортивной одежды – готовое решение для тех, кто хочет собрать универсальный гардероб для дома и занятий спортом. Натуральные материалы, высококачественные ткани, простота и совершенство линий – беспроигрышные модные приемы этого сезона. Сложные благородные цвета и минималистичный крой создадут стильный и законченный образ. Коллекция пропитана духом свободы, наполнена энергией молодости, движения и стиля. Мягкий хлопковый трикотаж, высококачественные ткани, комфортный крой. Широкая палитра от базовых до ультрамодных оттенков. Ну и вот такое вот платьишко. Что-то типа под джинсу сделано. Тут идет такая вот опорочка снизу хорошенькая. Вот все здорово и классно, только Вики нет примерить. Но я его уже приняла решение оставить. Очень такая нежная ткань. Это значит у нас трикотажное платье с длинным рукавом для девочки. Артикул 533-044, цвет синий, размер 134. Я поменьше немножко взяла, потому что 140-й размер нам был великоват. Я взяла 134, вот пусть она сейчас летом в нем бегает. 70 хлопок, 30 полиэстер. То есть вот 70 хлопок. Вот я и прям чувствую, что прям хорошенькое такое. Оно в талии хорошо тянется, наискос хорошо тянется. Ну, в общем, я думаю, что ей понравится. Будет носить с превеликим удовольствием. Вот тут что-то типа ворсика непонятного. Ну, вот такое теплое, плотное платьишко. В жару она его, конечно, не поносит. Ну, вот вечерочком, после дождичка в четверг. Будет просто великолепно. Хорошенькое платьишко. Обычное такое, простое. Вот с такой оборочкой снизу. Низ изделия по всему периметру сделан с кружевом. Кружево, кстати, не тянется, но тут оно и разлетайка идет, это платье. Вот, поэтому я решила его, не согласовывать с Викой, оставить. Пусть ребенок носит. Ну все, мои дорогие, с вами была Кононова Аня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если под видео вы нажмете развернуть, там вы увидите
все мои ресурсы. Больше всего я сейчас снимаю в своем канале Telegram. Поэтому разворачивайте описание и вступайте на мой канал Telegram. Всех приглашаю. Кто уже там есть, отпишитесь мне, пожалуйста, что вы есть в моем Телеграме. Мне это очень интересно знать. Всем пока-пока!